Привет, меня зовут Ника, и сегодня я вам покажу вещи из нового поступления. В моей группе вы сможете приобрести одежду, в которой вы точно понравитесь любому мужчине, и будете себя чувствовать комфортно каждый день. Начну я с платья, которое на мне. Это платье очень красивое. Оно есть трех цветов: черное, синее и белое. Синее вот есть у меня в наличии, я вам позже его покажу. Черное платье. Оно подойдет как на корпоратив, так и поход в клуб. Оно сексуальное, в то же время сдержанное, и ничего лишнего в нем нет. Я покажу вам, с какими туфлями можно сочетать это платье. Вот они. Они бывают разных расцветок, вы можете посмотреть в группе. Стоимость этих туфель 2199 рублей. Платье стоит 1800 рублей. Наглядно вам покажу такую же модель, но в другом цвете, в синем. Рекомендую вам к этому платью вот такие туфли. Они бывают еще черной расцветки. Стоимость туфель 2099 рублей. Теперь перейдем к следующему платью для роковых женщин. Оно очень стильное. С виду оно обычное, но плюс его в том, что оно очень сексуальное и подойдет как на свидание, потому что оно яркого цвета, очень красиво будет смотреться с красной помадой. Также подойдет и в офис, я думаю, если надеть какой-нибудь сверху кардиган, предположим. Стоимость платья 1800 рублей. Сочетание четырех цветов платья Karen Millen говорит нам о том, что оно отлично подойдет в офис. Я вам покажу платье сзади. Здесь есть замочек и разрез. Стоимость платья 2700 рублей. Хочу рассказать вам про пальто. Пальто очень красивое, с большим вырезом, меховым воротником. Оно тепленькое, средней длины. Я думаю, что это пальто отлично подойдет для молодых девушек и, более того, подойдет девушкам, которые ждут ребеночка. Потому что плюс этого пальто в том, что если его носить с поясом, то оно выглядит приталенно. А если пояс снять, то таким образом девушка, которая ждет ребеночка, она может его носить в прямом виде и сюда влезет животик, я думаю. Стоимость такого пальто 6999 рублей. Это пальто бывает разных расцветок. Последним из вещей я вам покажу этот пуховичок. Честно вам скажу, что это хит продаж. Девушкам он очень нравится. Плюс этого пуховика в том, что он с капюшоном. Это немаловажно зимой. Мех можно отстегнуть, можно оставить. Легко стирается, внутри пух, он очень теплый. Стоимость такого пуховика 6100 рублей. Хочу показать вам ботильоны. Они очень удобные. Удобный каблук, удобная платформа. Ботильоны есть разных цветов, разных размеров. Стоимость ботильонов 2100 рублей. Хочу вам посоветовать к этим ботильонам вот эту сумку. Она среднего размера, у нее нет определенной формы, она мягкая, в принципе, очень вместительная. Есть маленький ремешочек, можно держать, маленькая ручка. Есть еще длинная ручка, которая пристегивается по бокам, и можно носить сумку на плече. Стоимость такой сумки 2000 рублей. Как известно, в сумке женщины хранится вся ее жизнь. Это именно про эту сумку, которую я вам хочу показать. Эта сумка очень вместительная. Она сама по себе очень легкая, что немаловажно. Есть боковой карман, большое отделение. Стоимость такой сумки 2500 рублей. Сумка отлично подойдет вот к этому пальто, на мой взгляд, потому что здесь золотые замочки, золотые пуговицы. Стоимость такого пальто 1700 рублей. Вот еще одна сумочка, я думаю, что она подойдет, когда вы в обуви без каблуков и в джинсах. Сумка есть разных цветов, вы можете спросить у меня в группе, я вам подскажу, скину фото. Стоимость такой сумки 1800 рублей. Последнее поступление пришло очень много разных разноцветных толстовок. Все они примерно одного размера, он универсальный, 40-42. Сейчас я вам покажу их, вот такая с овечками есть, тоже бывает разных расцветок, есть с медведем, бывает в сером цвете, в белом, они бывают различных цветов, вот с девочкой на велосипеде, с бантиком блестящим, сзади на спине тоже нарисована девочка. Есть различных цветов толстовки Adidas,
Также есть на мальчиков тоже размеры. И вот такая толстовочка, тоже бывает разных цветов, с кедами. Шнурки вот отдельно висят с капюшончиком. Здесь есть клепочки, которые можно расстегнуть с той стороны, с которой вам больше нравится. И вот такой костюмчик размера S. Главная фишка этого костюма в том, что у него есть капюшончик вот с таким гребешком. На груди сумасшедшие глаза, индюшки и интересные штанишки. Стоимость такого костюма 1800 рублей. Это все, что я хотела показать сегодня. Если тебе понравилось мое видео, нажимай «Рассказать друзьям». Скоро будут новые выпуски. Если ты не хочешь ничего пропустить, подписывайся на мой канал на YouTube. Всем пока, оставайтесь красивыми!